Детский сад – первая и, несомненно, очень важная ступень в развитии и воспитании ребенка. Отдать малыша в дошкольное учреждение – значит вырастить самостоятельного, дисциплинированного и разносторонне развитого человека. Об одном из самых лучших детских садов в областном центре Ривьера-Бомбини, где созданы все условия для ваших малышей, расскажем в следующем материале. Значимость детского сада в жизни ребенка трудно переоценить. Здесь он может проявлять себя множеством способов – общаться с разными детьми, учиться находить язык с каждым и отстаивать свою позицию. Развитие правильных навыков коммуникации и поведения в социуме – это одна из наиболее весомых причин отдать ребенка в детский сад. Родителям, в свою очередь, важно тщательно подойти к выбору дошкольного учреждения для своего чада. Ривьера-Бомбини – один из самых лучших двуязычных детских садов в регионе. В настоящее время здесь открыто 6 групп – 2 казахских и 4 русских. Находиться под чутким присмотром воспитателей дети могут с 7 утра до 7 вечера. Самое важное для нас – это безопасность и комфорт детей. В нашем детском саду созданы все условия для творческой, познавательной и двигательной активности детей. Заботливые воспитатели, качественное питание, теплое отношение к каждому ребенку. Добро пожаловать в Ривьера-Бомбини! В трехэтажном здании, где расположен детский сад, есть более 10 различных творческих кружков для детей от 3 до 14 лет. Это секции вокала и танцев, изучение английского языка, актерского мастерства и даже робототехники. Сотрудники дошкольного учреждения уверены, что здесь малыши смогут полностью раскрыть свой потенциал, а родители порадоваться результатам своего ребенка. Карина Мурадова, Сайжа, Рассказы Ерсин Сатыбаев, Алтай Акпарат.